Рузиля Басырова – медицинская сестра инфекционного кабинета Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России Егорова. Профессия она более 30 лет. За эти годы она лечила тысячи пациентов с различными заболеваниями. С начала пандемии COVID-19 Рузиля Басырова в одиночку, а затем в составе выездной инфекционной бригады осматривала пациентов на дому. В это тяжелое время для всех работников здравоохранения Рузиля Гайсаевна ежедневно проводила по 5 часов в защитном костюме. С поликлиники с самой первой начала приезжих обследовать. Первый выход был по ковиду 15 марта 2021 году. Было приезжие из Турции, молодая семья, которые выделили вот здесь 50 лет в ЛКСМ, они живут. Молодая семья, приезжие из Турции, и выделили первый ковид у нас случай был. Как вы сами не боялись вот, приходить в дома? Вначале не было страха не было вначале. Потом уже, когда стало уже по тысяче эти случаи повышаться, то уже было, конечно, страх. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Рузилю Гайсаевну наградили государственной наградой Российской Федерации – медалью Луки Крымского. Церемония проходила в Москве, награждала медицинскую сестру вице-премьер Татьяна Голикова. Это очень значимая награда. Мы гордимся своим сотрудником. Росгосин на работу у нас более 30 лет. Это чудный человек. Ее профессиональные качества, личные качества – это просто наша гордость. И кто, как не она, достойна этой награды, занимается просветительной работой, ведет беседы с пациентами. Но мы гордимся ей. Медаль Луки Крымского – награда, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга Валентина Войко-Ясеницкого. Медаль начали вручать с 2020 года. Указ подписал Владимир Путин о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.